Всем привет, с вами Стокер. И это очередной подкаст, подкаст в честь Нового года. Сразу же хочу всех поздравить с наступающим Новым годом, пожелать всем счастья, удачи и здоровья, всего самого лучшего в новом 2022 году. И пускай то, что вы запланировали, у вас все обязательно сбудется. Всех с праздником. А также хочу всем напомнить, кто говорит, вот ты на YouTube уже больше 10 лет, ничего не добился, мало просмотров и подписчиков, зачем ты этим занимаешься. Я на YouTube с 2010 года, аккаунт именно тогда был и создан. Занимаюсь видео с 2012 года полноценно. И что тогда, что сейчас? Я этим занимаюсь, потому что мне это нравится. Хобби у меня такое. Ну а так, соответственно, я выражаю, что выкладываю это все дело на YouTube. Если бы мне действительно это было бы нужно, я бы заказал рекламу, снимал хайповые видео, но так мне это не нужно. Это лишь мое хобби. Хотя кому-то может показаться, что я заставляю, когда говорю подписывайтесь, ставьте лайки и тому подобное, но это лишь я вам рекомендую, но ни в коем случае не заставляю. А дальше уже сугубо ваше решение, делать это или нет. Я, конечно, всем благодарен, кто на меня подписывается, комментирует и ставит лайки, но я вас не заставляю этого обязательно делать. Это уже ваше решение. Надеюсь, больше таких вопросов у вас не будет. А если даже они и будут, то в следующем подкасте я обязательно еще раз повторю. Напоминаю, что у меня выходит в год всего два подкаста. Это на день рождения моего канала, которое летом, ну и на Новый год. Теперь давайте я расскажу, что у меня на каналах выходит и будет выходить. Канал Стокер Шоу. На этом канале в последнее время выходила только одна рубрика. Это новости голосом, озвученные роботом, качественным роботом. Рассказываю о новостях МША. Если кто не знает такого блогера, то есть такой блогер. Посадили в тюрьму. Рассказывать подробности я о нем не буду. Если вам интересна эта тема, то заходите на канал Стокер Шоу. Ссылка внизу в описании. И там можете ознакомиться с этой темой. Лайв-канал. Выходят те видео, которые не выходят у меня на основном канале. А именно, какие-либо разговорные ролики. Если что-то я захочу рассказать, то обязательно засниму. Также дополнение к обзорам, если захочу на ту или иную вещь, которую я обозрел на основном канале, что-нибудь дополнить и рассказать, то такой ролик выйдет у меня на лайв-канале. Также какие-то небольшие ролики с поездок, если куда-то я пойду и захочу это заснять, это тоже будет на лайв-канале. То, что я вам озвучил, то и, соответственно, выходит и будет со временем выходить. Теперь перехожу непосредственно к основному каналу. На основном канале то, что за год у меня выходило, то, соответственно, и будет выходить в дальнейшем. А именно, обзоры и распаковки на те или иные товары. Если что-то я себе куплю, то, конечно, на это будет распаковка и обзор. Специально для обзора ничего не покупаю, лишь покупаю себе, если что-то нужно, видос выходит. Новости компьютерных технологий. Эта рубрика у меня выходит в начале следующего месяца или в конце. Рассказываю в данной рубрике о новостях компьютерных технологий, выбираю за месяц интересные новости и про них рассказываю. Распаковка посылок с AliExpress. Если что-то себе покупаю с AliExpress, то, конечно же, распаковываю и показываю в видосе. Также иногда бывают у меня распаковки не с AliExpress. Если покупаю не с AliExpress какие-то небольшие товары, то, конечно, я их тоже на видос распаковываю и вам, соответственно, показываю в этой рубрике посылки не с AliExpress. Есть еще такая рубрика «Подборка товаров с AliExpress». Выбираю интересные товары на AliExpress и рассказываю в отдельном видосе. Прямиком в прошлое. Эта рубрика у меня уже выходит давно, выходит не часто, выходит иногда, но все-таки выходит. В данной рубрике рассказываю о разных старых компаний, о их девайсах. Очень интересная рубрика, и если вам она нравится, будет выходить по мере возможности. Ну и обзор на игры с E3. Начал пару лет назад данную вести рубрику и продолжаю дальше. Раньше я рассказывал практически про все игры, которые выходили и показывали на E3. Решил с этого года только рассказывать про интересные игры и дальше буду тоже рассказывать. Ну и в общем все, больше ничего на этом канале у меня не выходит. То, что я вам озвучил, то и будет выходить. А также, если вы хотите мне что-то предложить, то пишите в комментариях, я обязательно их почитаю. И если меня заинтересует, то может быть я что-то и выпущу по вашим заявкам. Также вы сейчас слышите, на фоне играет музыка. Это музыка без авторских прав. Есть внизу ссылочка в описании на несколько каналов, где можно, собственно,
соответственно, и взять такую или похожую музыку и использовать в ваших роликах, и не бояться, что вас канал забанят, ну или просто можно и слушать. А почему бы и нет, ведь там есть много интересной музыки. Хоть она и без авторских прав, но это не значит, что она неинтересная. Также у меня есть аккаунт в ТикТоке, в прошлом году я его создал, по желанию и по настроению выкладываю ролики, ссылка также есть в описании в этом ролике и вообще в каждом, если вам эта тема интересует, можете подписываться. А также не забывайте, что у меня есть группа ВКонтакте по обоям на смартфон, если вам нравится эта тема, любите часто менять обои на вашем телефоне, то ссылка есть внизу в описании, заходите и выбирайте, там множество интересных есть обоев. Ну и в общем все, подкаст подходит к концу, спасибо, что вы меня смотрели и смотрите, я всем благодарен, знаю, что есть и старые подписчики, которые меня смотрят уже очень давно, практически с самого начала, есть также, кто меня смотрит недавно, я всем благодарен, всем счастья, удачи и здоровья, всех с праздником и по традиции, как я говорю в каждом видосе, так и скажу в этом подкасте, подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте, а также заходите на лайв-канал на Stalker Show, группу ВКонтакте по обоям на смартфон и в ТикТок. Ну а с вами был Stalker, увидимся уже в следующем году. Всем пока!